А вторник, 21 декабря, стал самыми темными сутками за последние 500 лет. В этот уникальный день впервые за несколько веков совпали сразу три события. Полнолуние, зимнее солнцестояние и полное затмение Луны. По киевскому времени затмение началось около 10 утра и продолжалось около полутора часов. Астрономы говорят, лунные затмения всегда случаются при полнолунии, но крайне редко приходится на дни с наименее продолжительной светлой фазой. Последний раз такое совпадение было 456 лет назад.